Бутырка – российская музыкальная группа, исполняющая песни в жанрах русский шансон, блатная песня и городской романс. Группа «Бутырка» была создана в Воронеже в 2001 году. Совместными усилиями продюсера компании «Русский шансон» Александра Абрамова и солистов группы Олега Симонова и Владимира Ждамирова. Творческий союз Олега Симонова и Владимира Ждамирова возник в 1998 году, когда они решили создать группу под названием «Дальний свет». Спустя год они записали на студии в Воронеже альбом «Пересылочка», который был выпущен в студии «Союз». В 2001 году группа сменила название на «Бутырка». Название появилось совершенно случайно, после того, как 3 сентября 2001 года несколько заключенных совершили дерзкий побег из бутырской тюрьмы. Бутырская тюрьма, судьба ломается, бутырская тюрьма, душа так мает. В конце декабря 2013 года вокалист Владимир Ждамиров покинул группу, чтобы сосредоточиться на сольном проекте. Ему на смену пришел молодой вокалист Михаил Борисов, который незадолго до этого освободился из мест лишения свободы. В феврале 2015 года Борисов попал в серьезную автомобильную аварию. Полученные травмы не позволили ему выдерживать напряженный гастрольный график, что вынудило группу взять на подмогу второго вокалиста Андрея Быкова, с которым судьба сводила их еще в 1999 году. Но несмотря на усилия всего коллектива, Борисов все же покинул группу. В середине 2015 по 2019 год Андрей Быков занимал место основного солиста. На краткосрочную свиданку увидеть близких корешей. Состав группы на протяжении творческого пути менялся, но неизменным остается звучание песен, вокал, тексты Олега Симонова. Моя подружка с центра, а я с окраины, ведет себя примерно, а я неправильный. Сегодня группа «Бутырка» ведет активную концертную деятельность в России, так и за ее пределами. За все время существования группы записано 13 альбомов, включая официальные сборники и синглы. Тело здесь, а душа далеко, плюну я в полупьяный.